Сегодня мы будем сажать голубику. Вот такой саженец, довольно высокий, сантиметров 80. Вот это у нас сорт Blue Crop. Вот мы еще садили в том году. Вот это вот Патриот растет. А вот это вот Нельсон. На них даже был первый урожай в этом году. Как мы будем сажать? Вот подготовили мы яму. Насыпали коры и чуток. Вот такой слой. Примерно сантиметров 5-7. Это будет кислотность почвы придавать. И дренаж будет, если грунтовые воды рядом. Потом нам надо обязательно кислый торф. Это вот с леса набрали. Это под хвоей перепревший такой кислый торф. Вот кальций. Яичная шкарлупа. Вот удобрение мы добавим. Калимах. Песок обязательно. И еще хочу попробовать, не пробовал. Вот у нас гидрогель. Вот так вот он вот разбух, такие шарики. Тоже добавить, они будут влагу держать. Вот, сейчас будем сажать. Вот подготовили мы нашу яму, уже всем засыпали, перемешали. Ее надо сейчас хорошо пролить, хотя бы 10-15 литров, чтобы это все уселось. Потому что оно все даже долго не было, этот весь кислый торф очень сухой. Сейчас мы это все прольем, оно впитается, и будем сажать нашу голубику. Вот мы уже подготовили, я вот заметил, здесь возле этого отростка вот маленький. Похоже тоже на голубику, но так вот сразу и посадим комом. Может тоже маленький носит расти, потом мы его отсадим. Сейчас будем вытягивать. Вот так вот мы переворачиваем. Вот таким комом. Вот корневая у нас такая. Ее обязательно, саженцы уже 3 года, обязательно его надо вот так вот расправить. Вот так вот, не боимся, что корни повредим. Вот так вот его надо раскрыть. Вот. И здесь сделать холмик. Мы насыпали вот еще гидрогеля. Несколько слоев удобрения всего. Сейчас сделаю я холмик. И мы вот так вот посадим его. Вот мы сделали холмик. Вот, вот так вот корешочки укладываем, чтобы внутри этот ком был. Вот так вот расправляем хорошо. И высокий у нас саженец, мы вот вставим такие ветра тут, ставим так вот палку, вот, чтобы не повредить корни, и подвяжем тут в двух местах. Я покажу, и засыпем. Потом, когда она уже хорошо для весны подрастется, то тогда мы уже ее либо аккуратно вытянем, либо отрежем здесь, как бы сажать. Вот так вот мы посадили нашу голубику. Вот маленький. Вот подвязали раз и подвязали два, чтобы ветер ее не поломал, потому что она вот у нас высокая. На расстоянии я посадил между кустами 1,25 м. Вот, еще что хочу сказать. Вот здесь я вокруг ямы, вокруг тентом обтягивал, только без дна, чтоб почва. И здесь вот такой вот зеленый. Вокруг получается тент, внизу вода пробегала, нету ничего. А этот, который посадил сегодня, просто яма, без тента, без ничего. Посмотрим, как лучше. Некоторые люди говорят, что лучше чем-то ограничивать железной бочкой, либо тентом, клеенкой. Некоторые говорят, что так хорошо растет. Вот два у меня растет тент по бокам и клеенка. А получается, это просто яма. Вот так вот будем смотреть, как она будет расти.